Клепиковском районе была поймана группа охотников. Люди поохотились удачно и без каких-либо разрешений. Действительно, к чему формальности, если рядом серьезное начальство? Добыли взрослого лося. Была остановлена для досмотра группа охотников, которые передвигались на трех автомобилях УАЗ. При проверке документов, досмотре во всех машинах были обнаружены мешки с мясом. Потом была также обнаружена голова добытого лося. Охотники подтвердили, что ими был добыт лось. Мясо разделали, поделили по числу участников и, значит, загрузили в машину. При этом никаких разрешающих документов на охоту, а именно разрешения, без которых эта охота невозможна, у них не было. В составе данной группы присутствовал исполняющий обязанности руководителя управления Росприроднадзора по Рязанской области Григорьев. Охотники пояснили все, что мы думали, что у него есть разрешение, а оказалось, что у него разрешения нет. Но это такое объяснение детское, конечно, из разряда детского. И хотя штрафные санкции за незаконные и неконтролируемые убийства копытных зверушек ударят по браконьерскому карману так, что мало не покажется, ежегодно количество таких, можно сказать, преступлений растет. Если перейти к цифрам, вот за 9 месяцев 2013 года выявлено уже более 350 случаев нарушений правил охоты. Тогда как за 2012 год всего было 289 случаев нарушений правил охоты. А между тем регулярные рейды выливаются министерству в копеечку. Охота – весьма специфическая отрасль. Много нюансов, затрат. И обходить закон здесь чревато не только штрафными санкциями, но и уголовной ответственностью, даже для большого начальства.